Здравствуйте, дети! Вот в нашем городе открылась вот такая вот велоаптечка для велосипедистов. Имеются вот такие инструменты для ремонта. Это пара отверток, ключи, разводной и набор всяких шестигранных специальных ключей. И насос, конечно же, для того, чтобы можно подкачать спущенное колесо. Вот эти две ручки для того, чтобы вешать велосипед на них. Эта аптечка работает 24 часа в сутки абсолютно бесплатно. Это первая в нашем городе аптечка. Вот такая СТО, если будет пользоваться спросом, будут установлены еще в других районах. В нашем городе хорошо развито велодвижение, много велосипедистов. Это очень хорошее начинание, которое подсмотрели в других городах, в частности во Львове. А вы в комментариях напишите, есть ли в вашем городе такие СТО, и нужно ли оно, и что вообще думаете по этому поводу. Инициатором этой велоаптечки является первая наша городская аптека. Они и сделали это начинание. Все, всем пока. Жду ваших ответов в комментариях.